Let me introduce myself to you. My name is Варя. Дорогие друзья, я хочу вам представить себя как учителя английского языка. Я работаю частным образом более 6 лет в нашем замечательном городе, городе Ломоносов. Я очень люблю детей, и мне кажется, что наступило время заявить о себе. Моя работа многогранна. Я работаю над лексикой, над произношением, над грамматикой. И, если честно, у меня была такая мечта, я хотела быть актрисой. Oh my God, не все предрасположены к языку, но если трудиться, то можно достигнуть замечательного результата, даже если тебе очень сложно дается язык. У меня получается найти общий язык с малышами, мои уроки проходят весело и продуктивно, и все мои клиенты и их дети довольны результатом и чувствуют себя в английском языке как рыба в воде. На первой встрече с малышом и родителем мы понимаем, в каком направлении нам работать, сколько нам нужно уроков, чтобы достичь определенного уровня, решить определенные задачи, скорректировать произношение, грамматику и словарный запас. Мы тренируем живую речь на разные темы жизни, такие как семья, природа, погода, быт. Конечно, потому что учитель открывает двери, а ученик идет дальше сам. И нам очень важно открыть дверь и эту вот возможность и владеть языком не по книжкам, а вживую, чтобы можно было использовать этот предмет в жизни. Потому что я их люблю. Все идет от любви. Если ты любишь свое дело, если ты любишь детей, то ты на своем месте. Я люблю детей. Да, я люблю детей и английский язык. Я приглашаю вас в захватывающее приключение в страну английского языка. Мы достигнем с вами замечательных высот. И вы останетесь довольны результатом. И в дальнейшем сможете использовать все эти знания в жизни и в дальнейшем образовании. It's a wonderful life. Be positive, and I wish you get well, keep fit and amazing feeling. Дорогие друзья, я не прощаюсь с вами, жду обратной связи, и все мои контакты вы можете увидеть вот здесь. Goodbye, see you soon!